Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Брайтон Ривьер. «Покойся с миром». 1888 год. Холст масла. 158x225. Брайтон Ривьер – английский живописец, основную часть творческого наследия которого составляет работы на анималистические сюжеты. В его произведениях животные часто наделяются человеческими качествами. Иногда, используя этот прием, художник создавал картины с аллегорическими проявлениями социальной критики. Кроме того, при помощи кисти и красок он стремился передать глубину связи между человеком и преданным ему животным, чаще всего собакой. Именно таким шедевром является картина «Покойся с миром». Ривьер воспроизводит сцену из средневекового прошлого Англии, изображая рыцаря, лежащего в доспехах на смертном одре и сидящего рядом с ним верную ищейку. Талантливому мастеру, хорошо понимающему животных и внимательному к различным проявлениям их поведения, удалось воплотить в образе собаки идеал беспредельной преданности, сохранившейся даже после смерти хозяина. Несомненно, визуализация столь убедительной позы животного скрывает скрупулезный, кропотливый труд с предварительным созданием множества эскизов, один из которых тоже хранится в художественной галерее Нового Южного Уэльса. Вот такая красивая работа. Автор Брайтон Ривьер. «Покойся с миром». 1888 год. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока. До свидания. Смотрим работу.